Всем привет, народ! Сегодня у нас рубрика «Рыбалка с дядей Мишей». И сегодня я вам расскажу про самый простой дедовский узел, который подходит на все случаи жизни. Этот узел я узнал еще в своем глубоком детстве. В принципе, этим узлом вяжут уже с давних пор. Он действительно простой, и им можно привязать абсолютно все. И крючки к леске, к шнуру, с лопаткой, без лопатки. Шнур к леске, леску к шнуру, лески разных диаметров, шнуры разных диаметров. Также этим узлом можно привязать кормушки, блесна. В общем, все что угодно. Вы, наверное, уже насмотрелись там миллион видео всяких разных узловязов, пересмотрели таблички с процентом прочности разных узлов. И вы, наверное, уже просто не знаете, какими узлами пользоваться на самом деле. Конечно же, данное видео для больше ориентировано на новичков. Вот. Но тем не менее, узел очень полезный. Я там практически в 90% случаев пользуюсь этим узлом. Ну что ж, поехали. Итак, ребята, приступим к вязке нашего узла. Для того, чтобы его привязать, предположим, это у нас крючок с лопаткой без ушка. Я их не очень люблю, крючки с лопаткой. Но, как показывает практика, они зачастую бывают дешевле. Делаем вот так вот петельку. Прикладываем к основанию крючка и делаем 4-5 оборотов. Кому мало 4-5 оборотов, может сделать 8-10 для пущей борзоты. Поехали. Взяли вот наш шнурок, веревку, леску. Раз, два, три, четыре, пусть будет 5. И продеваем нашу леску в эту петелечку. После чего петелечку просто затягиваем. Конечно же, нужно смочить, естественно, перед этим. Все, узел готов. Вот такой вот он узел. Лишнее мы отрезаем. Если у нас крючок с петелькой, и мы пользуемся петелькой. Здесь еще проще. Продеваем шнур через петельку. Немножечко его протягиваем вперед. И едем, делаем точно так же. Раз, два, три, четыре, пусть будет, да? И затягиваем через петельку. Все, наш узел готов. Есть такое дело с петелькой, да? Дальше. Что хорошо в этом узле, обратите внимание. Леска, которая выходит из узла, она не перегибается, она прямая на выходе. Поэтому очень редко рвется на самом узле. В этом плане, конечно, узел намного более выгодный, чем иные узлы, при которых леска вот здесь на выходе перегибается. Теперь представим, допустим, что у нас это не крючок, а, допустим, это у нас кормушка или блесна, или что-то такое с петелькой, что нам нужно привязать. Вертлюжок, например, или какое-нибудь заводное кольцо, или еще что-нибудь. Продеваем точно так же. Вот у нас есть петелька. Продеваем и делаем несколько оборотов. Раз, два, пусть будет три. И в эту петельку. И точно так же смачиваем узел и затягиваем. Вот. Затянули. Это тот же самый узел. И точно так же, как вы видите, леска выходит прямая. Можно завязать еще проще, не делать петельку, просто сделать несколько оборотов вот так вот. Раз, два, три, допустим, да, там и четыре, и продеть вот в эту петельку. И точно так же оно все затягивает. Смочили, затянули, все готово. Так тоже можно вязать. Теперь, если у нас, допустим, леска и шнур, или леска разного диаметра, или одинакового диаметра, без разницы. Я взял специально шнурок от кроссовок и шнур тоненький, чтобы можно было убедиться в том, что этот узел подходит и для вязки
лесок и шнуров там разных диаметров. Точно так же положили, вот, наложили петельку к леске или к шнуру, допустим, да. Вот тут придержали и пошли. Раз, два, три, ну пусть будет четыре, да. И продели вот в эту петельку. Продели и затянули. Вот, затянули. Сюда вот так подтянули. Вот, есть. Теперь точно так же делаем с этой стороны. Петельку. Вокруг уже белой лески, ну там или шнура, да? Поехали. Раз, два, три, ну пусть будет четыре. И точно так же в эту петельку продели. Вот. И затягиваем теперь этот шнур, ну или леску, да? Опять же напоминаю, смачиваем там слюной, водой, кто чем. Вот. И затягивается. Все. Даже лески и шнуры разных диаметров тоже можно вязать этим шнуром. И как вы видите, здесь точно так же. Шнур выходит из черного вот узла, ровный, нигде не перегибается. И здесь точно так же выходит ровный, нигде не перегибается. Это очень выгодно отличает данный узел от других узлов, которые, при которых шнур или леска перегибается на узле. Здесь она выходит прямая, поэтому рвется очень часто уже в других местах, не на самом узле. То есть узел достаточно надежный. Края мы отрезаем, ну и все, собственно. Буду рад видеть вас на своем канале. У меня есть другие выпуски про другие узлы. Вот здесь будет. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Хотите, подписывайтесь на канал, и тогда вы не пропустите новые видео, которые я обязательно для вас сниму. Всем пока!